Как победить ненависть к людям в себе? Да, это высшая, это высшая добродетель христианина, это высшее совершенство – любовь к врагам. Вот святость оценивается в том числе, если у человека есть искренняя любовь к врагам. Как вы считаете, будет ли война? Ну, конечно, рано или поздно будет. Это форма существования человечества и, к сожалению, форма разрешения многих и многих проблем. Мы что, разве кто-то забыл песню «Хотят ли русские войны»? Нет, конечно. Есть ли смысл создавать семью, если скоро война? Если завтра война... Хорошие, спасибо большое за такие искренние вопросы, это в первую очередь. Вот знаете, какое самое наиболее часто встречаемое выражение в Евангелиях, четвероевангелии? Не бойтесь. Какое ваше мнение о фильме «Левиафан»? К художественному творчеству, как я представляю, этот фильм очень мало имеет отношения. Искусством этот фильм можно назвать, так же, как искусство можно назвать вот этот вот «Пусси». Да, вот если «Пусси» – это искусство, то и «Левиафан» – это тоже искусство одного совершенно порядка. Россия какой бы социально-политический проект не внедряла, все равно получится империя. Ну вот хоть убей. А зачем нам царь-то вообще? Я вот не очень понимаю. У нас и так самодержавие полное. В России. Единовластие. Ну, единовластие. Наша страна такая. Есть в правительстве люди, которые заняли позицию того, что нет, надо возвращать. И ларьки сейчас собираются опять. Как хорошо. Запретили ларьки. Да? Говорят, запретительные меры плохи. Нельзя запретительные меры. Говорят это люди, которые лоббируют свои интересы. Как относится церковь к представителям всех меньшинств? Среди них тоже много верующих. Христианин должен с такого рода вещами, как с любыми страстями бороться. И ни в коем случае не признавать это как некую норму. Ваше отношение к событиям на Украине? Ну какие? Какое отношение к событиям в Украине? Ужас. Что произошло на Украине? Там пропало единое понимание истории. Единое понимание истории, единое понимание прошлого формирует народ. Россия бы удержать самую себя, вот это все свое огромное пространство. Вот наша сверхзадача. Все будет как надо. Вот я бы даже здесь особо не волновался.